Сергей Полянский в Лазаревскую администрацию пришел в сентябре 2011 года на должность заместителя главы администрации. Курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства. 27 февраля 2012 года возглавил Лазаревский район. Он не был равнодушным ни к судьбе района, ни к судьбам его жителей. Всегда в числе первых прибывал туда, где опасно и трудно, где бушевала вода или горел огонь. Четко ставил задачи и требовал их выполнения. Неожиданная смерть настигла его в горах. В полдень в долине реки Оше, преодолев сложный подъем, он упал. Как позднее констатировали врачи, инфаркт задней стенки сердца. Он переживал за район, брался за любое дело. Характер у него был, такие черты его. Он всегда хотел любое начатое дело довести до конца. И у него были такие человеческие качества, когда он не прав, и он осознавал это. Он умел попросить прощения. Об этом говорят люди и отмечают. За эти несколько лет ему удалось многое сделать. Построен спортивный комплекс, открыт многофункциональный центр, сданы пристройки к детским садам. В поселке Лазаревское полностью благоустроен и реконструирован сквер имени Кирова. Модернизирована сфера торговли, существенные перемены и в санаторно-курортной отрасли. Мы должны были за зимнее время с ним и с предпринимателями Лазаревского района привести в надлежащий порядок все, привести к архитектурному облику. Мы с ним очень много повстречались с жителями, нашли полное взаимоотношение и взаимопонимание с предпринимателями Лазаревского района. И вот такая нелепая смерть, неожиданная, призываю всех к сплочению, призываю всех к работе по приведению Лазаревского района надлежащий вид. Все, что задумывал, мы сделаем обязательно. Траурная церемония прошла в Центре национальных культур в воскресенье. Проститься с Сергеем Полянским пришли сотни людей. Все несли цветы и не скрывали эмоций. Старался привести в порядок район. Ну, действовал по справедливости. Вот по закону мы даже, когда приходили, были у нас вопросы, он никогда не говорил, там не обещал что-то. Он говорил, все по закону, все. Вот поэтому, ну как бы... Отвечал на телефонные звонки. Заботился о народе. Сергей Полянский сегодня похоронен в Краснодаре. Исполнять обязанности главы администрации Лазаревского района будет его первый заместитель Виктор Чергин. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.